Всем привет! Ехали мы с брикетом на охоту. Сегодня у нас уже открылась охота на куропатку. Мы приехали сюда специально на куропатку. Сейчас пойдем искать куропаток. Вот такие вот здесь поля. Честно говоря, я так надеялся, что уже начали кукурузу убирать. Но кукурузу пока не начали убирать. Поэтому план немножко меняется. Пойдем вдоль кукурузы. Тут поле такое чистое и идет край кукурузы. Мы до этого с ним так охотились. Очень неплохо получалось. Он идет по кукурузе внутри. Я с краю. Он там поднимает, я стреляю. Сейчас посмотрим, что у нас сегодня получится. Что у нас по патронам? Сегодня у меня будет та сторона. Сегодня будет семерка. Семерка тоже вот азотовская. Других нет. Ну, в принципе, они нормальные. Будет семерка бесконтейнерная. И семерка опять же в контейнере. От этого никуда мне не уйти. Писали, что для тоза в контейнере бессмысленно. Согласен полностью. Тут контейнерные патроны ни пятерка, ни семерка. По мне они вообще не нужны. Но деваться некуда. Тут берем, что есть. Что в магазин завозят, то есть. Вот без контейнеров у меня семерки осталось, наверное, 3 штуки. Все, в этом году семерки без контейнера не привозили. Пришлось брать контейнеры. Ну ничего, будем как-то пытаться попадать. Меньше семерки я дроп вообще не использую. Потом выковыривать это все, тут замучаешься. Семерка, все, мне меньше уже не надо. Три, по-моему, у меня там 3 или 4 бесконтейнерных, остальные будут в контейнере. То есть нижний ствол бесконтейнерная, верхний контейнерная. Все, сейчас посмотрим, что у нас получится. Брикет, где брикет? Брикет метит территорию новую. И идем вперед. Машину оставляем здесь. Сейчас вот по этому немножко пройдемся. Здесь тоже могут быть куропатки. И где-то вон с того края пойдем вдоль кукурузы. Что ты там уже навешал? Колючек? Иди сюда, я тебе помогу. Стой. Давай, что у тебя там? Покажи лапу. Покажи. Ну, конечно. Блин, в машине лежит эта штука, не взял. Надо будет уже брать. Парень у нас лохматый. Еще на него цепляется. Вторую покажи. О, тоже все. Стой, не лезь. Да не помогай ты мне, ты уже раз наелся колючек. Все, вперед. Что у нас в канаве? В канаве у нас пусто. Вперед, ищи. Бля, тут они такие бескрайние, эти поля. Поменял батарейку. Идем дальше. Почти что нету. О, вяхер. Тут, кстати, вяхеры летали. Есть шанс на случайный налет. Вообще еще не начинали ничего убирать. Ай, печаленько. Ё-моё, нету никакого перехода. А, есть. Фу. Ой, хоть канал, ну пойдем по канаве. Ладно, пошли дальше. Опа. Сейчас попробуем более плотненько пройтись. Тем более ты тут что-то унюхивал.
Вперед ищем. Не захочешь твои куропатки. На дороге как до неба. Все утро просто. Такой хреновый выбор места получился у меня. Что у нас там? Вон дорога. Ну пошли попробуем, а вдруг там уйду. Там скорее всего. Вот тебе и первый бобер. О чем я и говорю. Ничего под ногами не видно, и нырнуть только. О, тут тоже есть немного вода. Хрена тут не было. Ой-ой-ой, что ты со мной? О. Там охлаждаешься или что? Ну, я тут не перелезу никак, поэтому только сюда. Вот и утка. Вот и утка. Чуть отпустил. Вот он начинал по ней топтаться. Подай, он там. Маловато отпустил, надо было дальше отпускать. Вон две поднялись. Семерку. Использовал семерку бесконтейнерную, которых и так мало. Куда ты перед? Ой, самые колючки. Давай, не надо мне по колючкам ее таскать. Положим. А теперь подай. Подай. Молодец. Все, вот одна такая утка есть. Ой, надо дальше по всей вот этой вот идти. Или туда перелезть, ботинка взять. Да выйти на дорогу. Вряд ли я тут кого-то еще найду. Я уже бахнул тут все, что было, уже поднялось. Самое будет печальное, если мы сейчас тоже в тупик упремся. Ой, а куда мы тут вышли-то хоть? О, нормально. Мы вышли на дорогу, только с другой стороны. Брикет! Ты где там? Давай сюда. Это я вот шел по канаве. А вот она канава. Я по ней прошел туда, потом назад вернулся. А надо было всего-то вот через кукурузу 3 метра пройти. А там идешь, там ничего не видно. И цирк, бля. Вот она, 3 метра, я ломился до самого конца. Отсюда, кажется, все просвечивается. А там ничего не видно. О, вяхери. Так, ладно, ну пошли. Вот тут эти вяхери были. А, уже сразу видно, что свежий запах.
Ну это вяхери, а может еще куропатки? Вряд ли. Ну вот он по ним. Отсюда они поднялись. Брикет, они поднялись уже. Вот, что значит тот запах. Все, собака сразу поменялся. То шоу вроде просто бегает. Только запах, все. О, там рыбак какой-то. Вот утка. Что это за утка? Это не утка, это какая-то курочка. Таких стрелять не будем. Они там вроде есть путевки. Но я их не хочу стрелять. Они не летают, там бегают что-то. Что-то за стрельба такая. Где-то в этих камышах занарилось. Сейчас мог бы, конечно, отправить туда брик, он бы ее оттуда выкурил. Но нам такая дичь не нужна. Да и время. Скоро настанет жара, надо нам переезжать срочно на куропатку. По утке, но все-таки пока нам так свежее ходить. Особенно по таким большеватым. Вон сейчас в поле переедем на куропатку, там уже будет жара. Один выстрел и одна утка, да? Ну да, как? Хорошо. Нормально. Вяхерь. Рыбка плавала, отдельно, видно, маленько. Это, она вон там, вон. Так, курочка. Мы таких не стреляем. Так, дай-то нам тут пройтись. Вот так уже, наверное, поразгоняли, и теперь нема. Да, тут. Плавало, блядь, уже все, все поразлетались. Кет, пошли по полю пройдемся. А по этой канаве раньше летом такие идешь, что летом они в каждой канаве были. А сейчас уже все, все в стаи позбивались, канавов почти нету. Больше на куропатку, чем на утку. Это так попутно. Подай! Да сколько вас тут? Вот и куропатки. Подай! Видел? Ну, нашел уже. На тот берег вылазь. Вот они где. Давай сюда. Туда и по кругу. Куда? Не туда. Туда. Туда и обходи. Я не знаю прохода. Туда. Сюда, сюда. Давай, давай, до конца неси, я тебя брошу. Нет, не бросать. Подай. Подай.
Только не хочет. Ну-ка подай. Быстрей. Подай, сказал. Подай. Плохо. Подай. Бегом. Плохо. А ты не хочешь. Заставим. Конечно. Подай. С двух месяцев. Семь. Я тебе сейчас набросаю, подай. Первая куропатка. Ну-ка, подай. Брик, сейчас доиграешься у меня. Нельзя. Подай, сказал. Бегом. Лежи. Что ты сел? Молодец. Так, так, так. Вот такая. Что-то она какая-то. Тюба у нее непонятная. Семерку в контейнере. Пошли. Покажи вторую лапу. Ух, блин, где ты их столько понасобирал? Так, начало есть, открытие состоялось. Свою куропатку нашли. Правда, протоптать до нее пришлось по шагомеру 5 километров, пока нашли куропатку. Но главное нашли. По дороге, конечно, еще утку. В данный момент одна утка, одна куропатка. Переезжаем. Попробуем еще в другом месте поискать куропатку. Конечно, 5 километров до одной топтать многовато. Там стайка была, она перелетела в эту кукурузу. Можно было бы там пройти по другой стороне канавы и опять бы ее подняли. Опять, ну, это не наш метод. Нам главное найти. Поэтому пойдем искать новую стаю. Куропатки еще молодые. Вот эту подстрелил, тоже молодая. Поэтому даже двух. Обычно я две штуки со стаи беру. Сейчас не буду даже вторую брать. Стайка перелетела, пускай дальше растет. Мы сейчас переедем, попробуем еще что-нибудь найти. Все стало сильно жарко, уже и самому жарко, а собаки так тем более, уже бедолага ищет тень или канаву какую-нибудь, тут им уже не до охоты. Да, и мне тоже такая охота уже, на сегодня достаточно. Одна утка, одна куропатка. Открытие у нас на куропатку состоялось, но куропатки еще молодые, вот эта тоже молодая, пускай еще растут. Главное, открылись и открылись. Дальше будем охотиться уже. Так, охота на куропатку, часть вторая у нас. Немножко мы передохнули с брикетом дома. И решил я еще раз пройтись. Сейчас вот батарейки сюда. Я сюда такую вот сумку надыбал. На Валбрисе сюда телефон, ключи. Ключи, кстати. Батарейки на камеру. Все сюда. Потому что в эти карманы опасно, может попадать где-нибудь. А в верхней шмотке уже такую жару не поносишь. Удобная, кстати, штука. Вот такая вот сумочка. Висит на поясе, не мешает. А еще где-то есть. Где? А, нет, на том осталось. Блин, для воды. Ну да ладно. Так, все, заряжаемся. Семерка. Семерка осталась только в контейнерах. Все, без контейнерной больше нету. Конечно. Дико немножко тут с подхода бить по куропатке контейнерной семеркой. Кукуруза плоховато. Если будет кукуруза уходить туда, тут надо бить сразу. Потому что потом не смогу уже просто увидеть ее. Ну, будем как-то подстраиваться. Других патронов нет. Вешаю камеру на шапку. Другую шапку, там у меня есть специально. А, еще вот. Сейчас возьму, такая вот штука у меня есть. Вычесывать с него эти колючки. С утра мы ходили, весь в колючках был.
Ну, сейчас возьму тоже вот эту вот сумку положу с собой. И где-то что-то колючка сразу на месте вычесал. Очень удобная такая вот штука. Они такие загнутые. Поэтому чуть-чуть. Если что-то покажу, если будут колючки. Так, что мы здесь имеем? Вот что я сюда приехал. Здесь вот такая вот кукуруза. Ее начали жать уже. Уже даже не начали, уже конкретно здесь поле. Выдубили. Вот это то, что надо. Сейчас посмотрим. Должна быть тут куропатка. Тут и вяхи как-то летали. Кукуруза, конечно, здоровенная. Сколько она тут метров, ё-моё. Ищем. Так. Что-то начало есть. Ё-моё, промазал. Одна, что ли, была? Даже дебрик, стой. Дай перезаряжу. Блин, через эти... Конечно, неудобно стрелять, надо отходить. Вот он сразу подошел, сразу есть. Сейчас я брик отойду, буду. Давай, должны быть еще. Ищи. Нету. Давай дальше посмотрим. Бывает, конечно, что и одна отбивается. Но это не часто такое. Должны быть еще. Мазать, конечно, тоже нежелательно. Вот он сейчас бегает, ищет упавшую куропатку. А ее нет. Брик, иди ко мне, ее нету, промазал. Пошли дальше. Когда постоянно попадаешь, собака постоянно знает, что надо искать, и ты найдешь. Вот так вот промазал, опа. Если раз нету, два нету, три нету. Потом подумать, что мне тут ходить. С краю проверил, нету, да и нету. Иначе опять не попал. Поэтому постараюсь дальше попадать. Еще солнце с той стороны. Так. Так, вот опять пошел хвост. Ну, блин, очень высокая кукуруза, конечно, ё-моё. Я такой кукурузы давно не попадал в такую. Чтоб настолько высокая, охренеть. Она тут под 3 метра. Рик, иди ко мне. Иди на ту сторону. Перелазь за канал. Давай. На ту сторону. Вылазь. Тут не пей. Туда, брик, вон там. В воде, конечно, хорошо. Куропатки в воде не водятся. Перелазь туда. Да, вон туда вылазь. Туда. О, по тому берегу иди. Залазь кукурузу вон туда. Брик. Вон там иди, вперед. Да, вот там иди. О, видишь, сразу что-то у них. Пошли так. Ничего там, никакого запаха нету. Ладно, пошли по этим. Там как-то та сторона поперспективнее, чем это. Так. Ой, смотри, как тут что-то есть. Как тут стрелять, хрен. Сейчас вот под конец обычно они. Так, если... О! И он замер, да? Бекаса поднял. Что он тут делал, этот бекас?
Подай! Одна куропатка была, вот она здесь сидела, отбегала, вот он ее все выкуривал отсюда. Ай, молодец! Контейнерной семеркой, блин. Сколько тут метров? 15, наверное, нету. На 10, наверное, только начинает раскрываться. Подай! Молодец! Куда ты? Я тут. Я тебе сейчас наложу. Пошли. Так не пойдет. Не хочет он подавать мне ее нормально. Сейчас принесет, опять положит возле ног. Не ложить. Подай. Подай. Давай, давай, подай. Подай, не ложить, не ложить, не ложить, сказал. Иди ко мне. Сидеть. Сиди. Подай. Молодец. Вот видишь, вот так надо подавать. Пойдем. Молодец. Пошли там до канавы. Там окунешься. Ножка есть. Пошли, брикет. Пошел. Я уже вообще не знаю, где он. Брикет, что там? Куда пропал? А, вон брик, я тут. Эй, 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 эй. Брикет. Обернись, ё-моё. Куда ты смотришь? Я тут. Подай! Брик! Вот они где были. Вот тут. О, чё, блин. Да ёпта, сколько вас тут. Тащи сюда. Надо сразу перезаряжаться. Молодец. О, это подача. Все на сегодня. Отохотились мы. Открылись мы сегодня по куропатке. Утром взяли утку с куропаткой. И вот вечером еще две штучки. Туда шли одну. И назад одну. Находились тоже нормально. Я беду рад. Дышит. Дышит тяжело. Набегался. По этой жаре все отлично открылись. Три куропатки взяли и утку. Больше уже не надо.
которые посели, но мы не пойдем. Нам вот достаточно две штучки. Одна была одиночная с той стороны, и вторую вот в составе выбил. Все, больше не надо. Все, достаточно, открылись, отлично. Мы едем домой, охотимся дальше. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.